Решение принято. В Красноярске установят памятник генерал-губернатору Александру Лебедю. Мэр подписал соответствующее распоряжение сегодня утром, на следующий день после закрытого заседания комиссии, которая повторно обсуждала инициативу. Монумент появится на территории кадетского корпуса на улице Малиновского. Об этом в интервью новостям ТВК сегодня заявил сам глава города. Учитывая результаты опроса, который был осуществлен по заказу администрации города, опроса общественного мнения, в котором большинство горожан высказались за то, что считают важным и необходимым установить памятник генералу Лебедю, а также учитывая то, что большинство принявших участие в опросе и ответивших на вопрос о необходимости установки памятника считают целесообразным установить памятник на территории кадетского корпуса, мною сегодня подписано распоряжение о том, что памятник генералу Лебедю будет установлен на территории кадетского корпуса имени Александра Ивановича Лебедя. В опросе, на который ссылается глава города, на основании которого мэр принимал решение, участвовало 700 человек. По данным этого же опроса, 25% не знают ничего о деятельности Лебедя как военачальника. 32% считают, что Лебедь не был полезен для края. И этот вопрос был проведен уже после того, как разразился скандал. Когда памятник уже был отлит, когда красноярцам уже сообщили, он появится на улице Дыповской, когда власти города разрешили проведение работ по благоустройству площадки, где собирались монумент открыть, и только уже потом чиновники спешно собирают комиссию, чтобы легализовать уже фактически выполненные работы. Задним числом, без учета мнения горожан, в закрытом режиме. В сообщении на сайте мэрии тогда говорилось о заслугах Лебедя как военного и его инициативе открыть кадет. Корпуса. Но краевые депутаты хорошо помнят, идея создания в Красноярске подобных образовательных учреждений зрела давно, а Александр Лебедь разработанный проект просто поддержал. Первая скрипка была отдана Пимашкову, как я понимаю. Может быть, меня со мной поспорят. Пимашкова. Ну, спасибо Лебедю, который, когда пришел губернатором, он мощно проникся и двинул вперед, и это молодец все. И еще одна деталь. Мне не нравится мошенство наших считалок, которые в мэрии. 11% за то, чтобы стоял памятник Лебедю. 11% всего. Но второй вопрос. А кто за то, чтобы у кадетских корпусов? 60%. И начали кричать везде. Почти половина города за то, чтобы памятник стоял. Подмена получается, подлог. Политолог Сергей Комарисин вообще считает все аргументы мэрии, что памятник устанавливают генералу, а не губернатору, странными. Разделять здесь на генерала и на, значит, губернатора, по-моему, это не просто порочно, это какое-то извращенное такое, вот, такой подход. Пытаются людям, нашим здесь, жителям города Красноярска, показать, что они дебилы, что они вообще не разбираются, о чем идет речь. Речь идет о том, что здесь был краевым начальником Лебедь, оставил здесь очень плохой, на мой взгляд, след в истории Красноярского края.